Хей, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру под названием The Amazing Spider-Man 2. Ну что, побежали. Так, уровень преступности чуть-чуть понижается. Так, Человек-паук, спецгруппа пошла в банк. Они хотят взять тебя любой ценой, у меня есть имя, хотя скорее всего это кличка. Кинг-пинг. Продолжай копию из спецгруппы у него в кармане. И по его приказу они винят тебя во всех в бедствиях. Пусть даже весь Нью-Йорк считает тебя героем. А потом попытается схватить тебя. У меня нет железных доказательств, но я делаю все возможное. До тех пор считай, что любой полицейский спецгруппы охотится на тебя. Не доверяй никому. Уитни Чанг. Отличный способ грохнуться на задницу. Сигнал о нарушении общественного спокойствия. Хотя бы немного нужно понизить. Я не виноват, что ты трусил идти в одиночку. Вообще-то у нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Да, я задал жару. Эй, я чуть не умер. Местные жители благодарят человеку. Так, ладно. О, конец пути. Надо понимать, что мне еще те миссии выполнять с Бимбоби. Ладно, если мне сейчас задание попроваливается. Издевайтесь. Сигнал о краже с обломом. Высылаю координаты. Да, вон там! Парни, я его видел! Пошли, пошли, пошли! Я копом не дамся! Я даже испугался. Вдруг ты так хотя бы карму еще немного увеличу. Человек-паук снова доказал, что для него не существует. Ладно, лучше полностью ее уже сбросить, потом будем исследовать. Ионная паутина! Извини, мне просто нравится это говорить. Все охотятся на меня, так что не важно. Какого черта? Пора поплавать. Не стоит терять времени. Блин, нахер он полностью раскачивается?
пронесло. В натуре пронесло. Есть звонок о подозрительном пакете. Начинайте эвакуацию. Саперы вещают. Угадайте, что задание проваливается. Ого, у меня... Ой, бля, как же ты заебал! Или ты за тех, кто придёт, или ты мешаешь мне добраться до них. В любом случае, у нас проблема. Ничего личного, просто я считаю тебя козлом. Хотя, может, это и лично. Люблю делать боль. Сам увидишь. Нет, нет никакого выводочек. Ой, да слушайте. Ты не представляешь, что это такое. Самое... Иди в кучку. Надо спешить. Этому место на дне реки. Молодцы, зеленые гоблины, конечно, красавчик. Вызываю саперов для обследования взрывного устройства. Идет эвакуация. Блять, ну мне все равно зачтется минус задания. Да. И где это? Непонятно. Где это? Что это, блядь? Насчет человека-паука особо не думал. Своих проблем по горло. Хер поймешь. Вот ей-богу. Вот где это? Ну где? Если я не найду бомбы прямо сейчас, будет много смертей. Могу я просто втихаря прыгнуть туда к ним? Они ж не видят. Эй, я как раз пытаюсь обезвредить ваши бомбы.
работу в полиции. Ты не понимаешь. Знаешь, что у тебя не получается? Все. У меня отличный день. А у тебя? Нет. Сейсмический импульс. Ты все можешь исправить. Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. Ну вон, хотя бы тут вода очень близко. Нужно добраться до реки как можно быстрее. Пронесло. В моем городе никто не устанавливает бомбы. Никто! Только у меня все равно уровень преступности. Так, специальный репортаж «Ночь напролет». Паркер, владелец нового танцевального клуба «Ночь напролет», профессиональный мошенник Андре Тюмс. Пока что я не могу доказать, что он приступает к закону, но я это обязательно докажу. Сделай мне снимок клуба для будущего разоблачительного репортажа. Все свободные патрули направляются к зданию «Аскос». Выставьте оцепление и проведите эвакуацию. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Что, опять? Нужно спешить. Поступил сигнал о взломе с проникновением. Бах! Он там! Мы только что сбежали из тюрьмы. Не хочу назад. И выставляют паучку в высший бал. Ладно, я их выведу. Я даже испугался. Вдруг кто увидит, как я делюсь с такими неудачниками. Так, сейв произошел. Отлично. Судя по счастливым лицам местных жителей... Усиление? Вы что, вы задолбали? Своей кармой, блять, боссами. Да пусть, короче, наполняется. Не до сраки. Патрули свои ебаные проскидывают. Даже опытный летун на паутине иногда ошибается. Ну, типа, я виноват, то, что в натуре задания просто проваливаются. Заданий много. Начинается самое интересное. А я должен в натуре их цеплять. Нафиг оно мне надо. Мои проблемы. Давно мечтал о такой штуке. Возьму себе. У меня сейчас будет, блядь, третий уровень опасности. Ты чё?
Это что-то новенькое. Куда же я целился? Почему мне должно быть не все равно? Эти чертовы задания. Есть. Просто задания, вы видите, они просто моментально просираются. Они мне нужны? Они мне в душе не срались. Мне уже на бонус все равно. Почему я виноват в том, что миссия провалилась? Я в ней ее... Ладно, если, допустим, вот круг, да, красный? И я был бы в этом пора кругу. Тогда окей, базар ноль. Будто вас корп взорвали бомбу. Но я ж не, в радиусе импульса этого. Слушайте, я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Он наш босс, и ему нужен ты, живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат, но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает босс. Хватит им, чтобы мы доставили тебя к нему. Да ёпсель-мопсель. У Осборна есть гоблин, но он бы не поступил так со своей компанией. Ты не так хорошо знаешь босса, как тебе кажется. Но подумай, если он сделал это со Скорком, то как поступит с тобой? Надеюсь, ты не против рукопашной. Я слишком отдаляюсь от зоны действий. Так не я улетаю, а ты улетаешь. Паутина! Вот что в моде у злодеев в этом сезоне. Бум! Бадабам! Я все еще волнуюсь перед дракой со злодеями. Всеми, кроме тебя. Так, ладно, там тот застрял. Костюм не поменял, блин, кстати. Мое. Вижу паука. Только посмотрите, все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Паук, друг, помоги! Нет, долго я не выдержу! Спасибо, Человек-паук. Человек-паук! Я напишу в Бьюгл, скажу, что они ошибаются на твой счет. Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. Храни тебя, Господь! Помогите! Я думала, что умру. Задыхаюсь! Ты настоящий герой, паучок! У меня уровень угрозы, блядь. Почти 3.
Гарри Осборн? Это правда ты? Мы так похожи? Нет, Гарри Осборн мертв. Благодаря тебе все, что от него осталось, гоблин. Ну ты никак не мог подождать, да? Ты нашел другой способ? Научи я Ричарда Паркера. И смотри, я новый человек. Я говорил, что так и будет. Я умираю, кретин. Что еще мне было делать? Ты мог дать мне время на исследование. Нет. Теперь я возьму все, что захочу. Не важно, кого придется убить. Это что, Электро 2.0? Теперь из-за него гоняться. И ворочаться тыкв. Можно в дом занять, кстати, как вариант. Вот что? Что я должен здесь найти? Вот скажите, вот что, блядь, тут не отображается, ничего не понятно. Что здесь отображается, я не понимаю. О, уровень третий, все отлично. Чем бы нет. Костюм. Да. Я посмотрю, где больше прибавка у красного костюма, который мы прокачали, или же у черного. Просто мне как бы детали уже больше не нужны. Ух. Подожди, у нас уже все костюмы? Смотрите, бонус к урону 72. А, только 54. Да. Нафиг надо. Буду в своем тогда. Так, важное событие. Технология скопа, которую я встрел в этот костюм, смахивает на роботу маска модели из Horizon Labs. Может, когда я закончу учебу, отправлю туда работать. А до тех пор немного скрытности мне не помешает. Первое появление — новый Человек-паук 650. Алый паук. Есть у Стэна такой комикс про паука, который вообще-то даже не про паука, а про моего некогда злого клона, который пытается искупить свои грехи в Хьюстоне, как Алый паук. Вот же на придумают. Но смотрится классно. Ну и найденная оскорбская техника идеально подходит. Первое появление — Алый паук номер один. Так, Человек-паук 2099. Спасибо за экспериментальный нестабильный молекул. Так это было... Двойник был. Броня паука, технология скорпа в этом костюме просто отпаданная. Он почти пули не пробил, почти. Так это было, было. О, рикошет. Это что, костюм Джоджи? Что там, Человек-паук? Вот это супергерой. Я читал новые рикошеты с самого начала, в 1998. А когда я нашел эту куртку с идеально подходящими R на спине, я просто не мог... не сделать костюм. Может пригодиться, если у меня когда-нибудь случится кризис самоопределения. Первое появление — новый Человек-паук 434. 70 радиус, 70 скорость. Ну и все, остальное все было. Короче говоря, ничего. Походу еще один костюм будет между вот железным и буковкой R. И здесь еще костюм не хватает. Походу, еще два костюма я должен найти. Возможно. Давайте из дома. Интересно, смена костюма влияет на
поиск. Типа, я же в другом костюме. Ну, хотя я Человек-паук как был, так остался. Ну, тогда выполнен задание с зеленым гоблином. Может быть, тогда преступность немного утихомирится. И будет хотя бы нейтральное у нас положение в городе. Круто было, правда? Главное просто низко летать и все. Усиление. Доберитесь до зеленого уровня. О нет, серьезно. Помощь? Не нужно сражаться. Я сделаю все, чтобы исцелить тебя. А он. Твой отец проиграл. Потратил на поиски способ. Прожить ее. Не повторяй его ошибки. Это безумие. Так ты никому не поможешь, в том числе себе. Теперь я понял, как это работает. Я думаю, зачем я выпинаю ногой? Бомбы полки!
знаю, ты умираешь. Я знаю, что тебе пришлось нелегко, но больше это меня не остановит. Прости, Гарри. О, это ж... Также в первой части умер отец. Ну, в оригинальном Человеке-пауке. Прошу, я не хочу так жить. Нет, это не выход. Так поступают лишь слабые. Думаешь, тебе тяжело? Во всем мире люди, у которых нет твоих денег и связей, страдают и умирают. В том числе от твоей болезни. И даже если ты не желаешь сражаться за себя, ты должен отдать долг. Ты должен заплатить за свои ошибки. Сделать все возможное, чтобы их искупить. Этому меня научил лучший человек на свете. Полный потрошитель. Ну что, а теперь мы занимаемся расследованием города, собиранием ништяков. Да, да, да. Полный потрошитель, это имеется в виду Кравен. Ну, Карнадж. Это Карнадж. Всем патрулям, есть сигнал тревоги из тюрьмы Рейвенкрофт. Кто свободен, ответьте. Серьезно? Из-за скорбы и отключения у нас нет людей. Все еще третий уровень, серьезно? Вызов отклонен. Вызов отклонен. Нужно спешить туда, сейчас же. Поступил сигнал о взломе с проникновением. Да, вот так! Сейсмический импульс объединяет людей. Чуть не умер. Многие из хулиганов, задержанных Человеком-пауком, разбили... Возьму себе. И в путь! Да что мне стрелять, блядь? Почти попал в ловушку их. Человек-паук! Ты же мне друг, правда? Ты же меня не бросишь, да? Ой, бля. Меня не задушить, ладно? Надо уровень хотя бы до... А чё так далеко, блядь? Круто было, правда?
Их бесконечно, этих спасений. Я не хочу вообще никому спасать. Если было бы ограниченное количество зданий, тогда окей. А, Найс там уже пикает, блядь, пиликает, нахуй. Охуенно. Сейчас все начнет пикать, беликать. Поступил сигнал о возможной попытке взлома. Я его вижу. Есть одна безумная идея. Может, закончим все до приезда полиции? У нас серьезная драка. Или ты всегда так тормозишь? Я чуть не умер. Можешь в натуре плевать на патруль? Бизнесмены благодарят Человека-паука не только за борьбу с преступниками. Одно выполнил, два просрал. Ни туда, ни сюда. Опля. Оп, стоять, стоять. Есть непонятно телефонные будки. Сейсмический импульс. Ты все можешь исправить, правда? А что с ними не так? А. Это на что-то влияет? Сомневаюсь. Понимаю, где на карте я уже все сделал, где нет еще. И где? Исследования в Рейвенкрофт не помогли. Все опыты, формулы, генетические эксперименты — все ведет к созданию монстров. Мои ученые думают, что Человек-паук — это результат скрещивания видов. На этот раз стабильный. Ричард Паркер работал с формулой паучьего яда. Может, в результате этого возник Человек-паук? Это его Ричард Паркер создал перед исчезновением? Нужно все выяснить. И Паркер должен помочь мне в этом. Сейчас туда-сюда уже третий уровень агрессии.
видите, сколько здесь заданий может сразу провалиться. Не заставите. Просто бесит то, что здесь стенки появляются. Пора завязывать с кофе. За тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. О нет, паутина стрел сломался. Посмотрим, чего ты стоишь, Рубин. Мечтал о такой штуке. Есть! Так, давай сразу туда. У меня закончились варианты. Начинается самое интересное. Ладно, так уж и быть. Сигнал о нарушении общественного спокойствия. Ожидается точных координат. А когда двое, это легко. Не ври мне! Я видел твою машину напротив ее дома. Нервы подключи. И я, по крайней мере, не западаю на коров. Всегда приятно вынести мусор. На самом деле, вот если бы вот чуточку оставлять всегда, чтобы третьего не было уровня. Чтобы не было именно стенок. Местные жители благодарят человеку. Хотя можно и по крыше просто досада и все. Морочиться. Ну все же. Правильно, задание провалено уже. Моё. Моё. Пришлось за тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. Давно мечтал о такой штуке. Возьму себе. Вся эпическая сага в моих руках. Так, еще 20 страниц. А, да ладно, они наверху есть.
иди к паучку. Даже опытный летун на паутине иногда ошибается. Делают, что мне не плевать на эти бомбы, на все. Даже я целился. Или это как раз в парке этот... А, нет. Как я должен найти? Единственное, где человек по натуре может жить, это получается в парке. Заметил. Чуть в задание не влип. Где я? Как я попал обратно в город? Наверное, в трансформаторах случилась перегрузка, и я выбрался. Вышел по линиям электропитания. Но почему я ничего не помню? Здесь был Менкин. Дал мне подышать газом. Стало темно. Нет! Это не важно. Я свободен. Они не поймают меня снова. Человек-паук, полиция, врачи. Пусть я умру, но не дам им причинить мне вред. А лучше пусть умрут они. Так, хорошо, что у нас по карте осталось? Так, 17 страниц где-то. Плюс, возможно, аудиожурналы разбросаны. Плюс 6 оскорб ящиков. Ага. Ну... Надо выбирать, как летать. То есть мне теперь нужно будет проулочки все пролетать. Возможно, на небоскребах.
я не хотел сюда идти. Кто-то заложил бомбу. Стоит только оказаться поблизости с бомбой, и я точно ее почувствую. Я сфоткать хотел. А где остальное, что искать? Все, конечно, прикольно, но это не прикольно. Может, костюм нужно специальный для поисков? Уточняют, что бомба была... О, здрасте. Пора заглядывать в кофе. Так, мне еще здание нужно пофоткать будет. Так, получается, там, где серики и участки, это значит там, где еще не понаходил, да? Так, ну я вроде... Все посмотрел. Может быть, серый ты наоборот там, где я прошел? Я не буду ему помогать. Чувствую опасность. Ладно. Держись крепче. Только не в больницу, только не в больницу. Да ты, ну ты гонишь, чел. Ну ёпсель мопс. Я не могу понять, почему... Почему карты разные? О, конец пути. Чё? Ай, как это унизительно! А тё, блядь. Мне искать, как мне понимать? Или это просто так карта в цвете сделали? Слова потрясенной жертвы преступления. Как мне понимать, блядь? Вот серое, это значит, я уже все нашел здесь. Тогда я, допустим, здесь ищем. В белом цвете. Пора завязывать с кофе. Зачем мне на все лицо показывают? Репутацию мою эту. Начинается самое интересное.
Ага. А ну посмотрим, я вот сейчас найду предмет, если по сереет карта, значит да. Похоже, весь город охвачен пламенем. И я думаю, Человек-паук в центре событий. Часть меня хочет помочь ему. Глупая часть. Я уже рискнула. И теперь пришло время рассчитаться. Прощай, паук. Может быть, однажды мы узнаем друг друга получше. Не как обычные люди, а как те существа, которыми мы являемся. Кошка и паук. Я уверена, это будет незабываемый день. Это никогда не кончится. Боль, изменения. Будь проклят этот Человек-паук, если он не позволит мне изучить его живым, то я изучу его мертвым, препарирую как лягушку, узнаю, что делает его стабильным, и сделаю то же самое себе, и потом убью всех. Менкина, Фиска, того уродца, который косо посмотрел на меня в лифте. Людей, которые не отключают мобильники в кинотеатре. Может, я заменю Человека-паука? Я буду великолепным гоблином, героем Нью-Йорка! Круто было, правда? Охраны просмотрят видео с вторжением Человека-паука. Я хочу, чтобы вы приняли необходимые меры. Новые коды, бронированные двери. Он не должен появляться здесь без приглашения. И найдите мне лучших экспертов-шифровальщиков для разработки компьютерной защиты, которую никто не взломает. Объясните им, неудача будет означать конец деловых отношений со мной. И со всеми остальными. Так, не город, все еще не по... Ух, среагировал. Может быть, это в натуре просто разделение города такое. Я не понимаю, почему города такие разделенные. Может быть, это зоны, типа... Усиление? Которые по-разному называются. Но я просто не понимаю иначе. Можно, кстати, на самое высокое здание залазить.
Ведь на высоких зданиях мы не были. О, нашел, видите. Да, кстати, тяжелее намного искать. Какой смысл мне заклеивать постеры с собой? У меня закончились варианты. Да, это, походу, просто разделение городишек. Даже опытный летун на паутине иногда ошибается. Ладно, еще немного по городу по огням и буду заканчивать. А то завтра, блядь, картошку идти еще копать. Я бы желательно нам в этой серии бы все пособирать, что есть. Но снова я не понимаю, почему некоторые у нас районы серые, некоторые не серые. Возможно, если мне еще там фотки делать в этих местах. Ну это вспоминать нужно, в каких местах, где что было. Так, конечно, я думаю, оно не будет показывать. Зато я на такой высоте... О! Зато я на такой высоте летаю, когда все на карте показывается. Что-то можно еще и так найти. Возьму себе. То, что светится. То, что светится и искрит. Целился.
Я не знаю, как мне так разделить город, чтобы я понимал, где мне искать. Еще 7 комиксов, но еще много всего. Зачем мне тыкать, что я просрал? Да мне все равно, что я просрал. Не было бы в натуре... Здесь... Ладно, поиски более-менее. Мне репутация бесит. То, что я нормально не могу полетать на скоростной паутине. Карма, репутация. Ладно, если было, знаете... Типа, вот тебе дополнительные задания. Если ты их сейчас не выполнишь, то ты их просрёшь. Так дерьмо какое-то делает. Так дерьмище какое-то делает. Давно мечтал о такой штуке. Я видел блеск. Или это мой блеск? Вот видите, допустим, финансовый квартал. Возможно, вот именно оно бликает. Должен фоткать. Где мне искать то, что я должен удачная находка.
Что, в принципе, все. Все, что я мог найти, я нашел. И все чисто из-за этой репутации мне портится. Ладно, ставлю тогда метку в... О. О. За тобой побегать, но теперь я тебя не упущу. Готово. Так, еще осталось два комикса. Подставать страны. О нет, паутина не выстреливается. Нужно быть осторожнее. Короче, идем в музейчик. Я поставил шаг, да? Нет, не поставил. Все, идем в музей. Усиление? Я не могу повернуться спиной к людям в беде. Идем к музейчику. Полетим по центру. Опа. Вот куда он отпрыгивает? Он что, не может просто... Просто спуститься нормально.
все, как я хотел. Никаких следов преступной деятельности. Так, Паркер, сколько бы я тебе не заплатил за это фото, это будет непозволительная щедрость. Только тупую попсу не запретили законодательно, но я буду за ними следить. Я не думаю, что следующая серия будет финальной. Скорее всего, еще выйдет как минимум две серии. Потому что, мне кажется, нам же еще бойцовские испытания выполнять, которые довольно долгие. Ну ладно, фиг с ними. Ну что, тогда думаю, на этом мы закончим. В следующей серии, я не знаю, бойцовским клубом заняться. Или пойти по сюжету. Давайте лучше по сюжету пока что пойдем. Скорее всего, потом сбросится у нас на максимум эта поисковая херня. И будет более-менее нам попроще. Именно тебя и искал, старина Стэн. Плюс эти посмотрим с вами. У нас сколько их тут уже открылось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть статуэток нам открылось, плюс все комиксы. Плюс нам посмотреть нужно будет раз, два, три, четыре, четыре комикса. Плюс в испытание поиграть. Я не понимаю этого электро. Вот если бы он снизил мой счет за электричество, то, будь моя воля, я бы сделал его мэром. Ладно, думаю, тогда на том, как я сказал, закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Да, мы уже почти закончили игру. Поэтому всем удачи и всем пока.